приветище! Сегодня мы поиграем, как ты уже видишь, ледниковый период, сумасшедшее приключение Скрета! Надеюсь, ты помнишь, что такое Скрет. Да, Скрет — это вот этот миленький бельчонок, который постоянно появлялся... О, божечки! В ледниковом периоде с ним приключались какие-то непонятные фигни из-за этого долбанного ореха. О, божечки, фиолетовый луч. Кажется, мы что-то активировали. Добро пожаловать, храбрый воин. Твое подношение пробудило испытание скротозонов. Скротозонов? Это кто такие? Может быть, такие же белки, только в виде старейшин? Давным-давно этот храм построили, чтобы укротить мощь 4 могущественных предметов. Кристальных орехов. Вон на чё. Чтобы отыскать самого могучего из воинов, кристальные орехи отправили в разные края света. В легендах говорится о поборнике, который... Чего? Поборник? Господи, поборник это, видимо, кого подбирает, да? И я поборник. То есть моя белка-поборник. Божечки, как все мудрено. И чего? Который вернет все орехи в храм и поведет скротозонов в золотой век. На что я подписался вообще? Может, пора свалить отсюда к чертям, пока все тут не завертелось? Честно говоря, я думал, что поборник будет повыше. А тебе не все равно? Ну подумаешь, белка, и что? Если бы не я, ваш бы храм еще 100 лет никто не открывал. С каждым найденным кристальным орехом ты получишь новые способности, которые помогут тебе в приключении. И, судя по твоему озадаченному лицу, эта помощь тебе очень пригодится. Шикарно. Все походу, да? Болтовня закончилась. Отлично! Я могу порадоваться, что я белка! И наконец-то я узнаю, чем же все-таки занимается белка, помимо поисков ореха. В принципе, что это все засветилось? Подожди! Я еще не нарадовался. Наконец-то я узнаю, чем занимается белка, пока ее не показывают в мультике «Ледниковый период». А именно она бегает вот так вот за своим хвостом, как собака. Ладно, шучу. Что ж, мы поняли с тобой, что нам нужно найти кристальный орех. И мы с тобой избранный воин, который этим делом и займется. А чешуей, да? Мы еще в какой-то храм свалились. Ох уж эти орехи, вечно они меня доводят. Ну, точнее, белку. Что ж, ладно. Давай, я думаю, что начнем. Нам нужно подойти сюда. Да. Ага. Осветилась местность, где, видимо, находится кристальный орех. Пойдем, сберемся сюда, можно как-то залезть? Что я вообще умею? Я умею прыгать. Вот так вот приземляться на попу. Почему он приземляется на попу? Капец, это же больно. Жесть. О, драться могу. Кия кунг-фу показывать. Ничего себе мощный. А еще я могу кидать камни. Это очень круто. Еще и кувырки. Обалдеть. Красться могу, как тираннозавр. На самом деле белка похожа на тираннозавра. Ладно, чё я болтаю? Нам надо уже отсюда сваливать. Как мне свалить отсюда? Я встал на платформу. И что? Как? О май гад! Ну вот, я как пушечное ядро был выстрелен на поверхность. Вперед! Преодолей древние ледяные утесы и добудь первый кристальный орех. Ух ты, будем, значит, кристаллики собирать, да? Ладно, пойдем, чё. Поскольку мы гениально нелепая белка, вечно с нами что-то приключается. О, ящик. Его, наверное, разбить надо, да? Кия кунг-фу. И все кристаллики с этого ящика я собрал. А это что такое? Можно я отсюда тоже достану кристаллик? Как-нибудь его выбью? Ой, божечки. Какая здесь стрёмная камера. Просто ужасная. А если я прыгну в воду? Кия! А, я не могу утопиться. Я понял. У меня бессмертная белка. Я про это забыл. Ладно, продолжаем собирать. Скалолазание. Перемещаться так-то, так-то. Прыжок по стенкам так-то. Все ясно. Я теперь опытный... Точнее, я теперь эксперт в скалолазании. Давай, полезли. Прыгаем, белочка, давай. Красотка. Точнее, красавец. Это же он. Я здесь вижу какие-то странные... Подожди, а что я по этим... Не могу скарабкаться? Я...
по обычным стенкам не могу карабкаться, да? Облом. Большой облом. Ящики, ящики. В общем, пока я ищу кристальный орех, по пути к нему я также собираю кристаллики. Ну что ж, ладно. Давай встанем сюда, посмотрим, что это такое. Это чекпоинт какой-то. А, это телепорты. Ладно, возвращаемся обратно в долину леса. Пойдем. Пойдем собирать кристаллики. Враги постараются тебе помешать. Дай им отпор своими атаками. Давай, щпебись, бэ, я знаю кунг-фу. Белка, кунг-фу. Брюс Ли, кунг-фу. Чего вы на меня пялитесь? Смотри, какой настырный, он тут прям бежит, хочет мне надавать люлей. А фиг ему, я пойду лучше ящик разобью. Опа! Кстати, поскольку я белка, может быть, я по деревьям умею лазить? Нет. Это тебе не зельно. А, вон там еще ящик, смотри. Я не знаю, есть смысл собирать эти кристаллики все, разбивать все эти ящички? Скорее всего, в скором времени нам это расскажут, для чего они. Неужели я буду там покупать какие-нибудь мечи для этой белки? Иди сюда, вот так вот тебе. Кия кунг-фу. Этому жучку. Конечно. А, больно. Больно. Да что ж такое-то? Наконец-то я одного жабахнул. Можно на него просто жопой сесть? Нет, видимо, нельзя. Хорошо, давай попробуем камушком в него кинуть. Где этот? Ой, упал. Да, если я не могу на него сесть, попробуем отсюда. На тебе, жбан. Нифига себе, как я стреляю. Ей, одолели. Ну, я белка-кидун. Здесь вот смотри. О, новый какой-то контейнер для кристаллов. А, это сердечко. Давай мы его возьмем. Нифига себе, у меня тут еще и здоровье нормальненько так отнимается. Хорошо. Значит, будем собирать еще сердечки. Надо поискивать их. Короче, пиши в комментариях, как тебе эта игруха. Понимаю, что мы немного играем, но вообще в целом пиши, нравятся ли тебе такие игры на моем канале и хотел бы ты их видеть почаще. А также не забывай про лайк и обязательно подпишись на мой канал, если ты еще не подписан. Так, опять скалолазание, да? Ну что, полезли? Что еще делать? Белка скалолаз. О, да. Для чего же вот эта штука? А, это чекпоинт. Все, я понял. Это чекпоинт. Этот странный камень. Так ощущение, что это я озвучил эту белку. О, блин, смотри. Вон там ящики есть. Сейчас туда запрыгнем. Блинский, сколько здесь ящиков с кристаллами. Куда я, интереснее, эти кристаллы кладу? У меня ж нет карманов. Наверное, в рот толкаю, как обычно это бывает с этой белкой. Когда много... Ай, блин. Прикинь, просто в воду падаю, и у меня жизнь отнимается. За что? За что? За что? О, сейф. Точнее, чекпоинт. Ой, здесь эти наглые. Да что ж такие жуч... Нифига себе, жук. Визжит, как свин. Ужасный свин. Вот так вот вам камнями. Один готов, где другой? Вот он. Чё так пищишь, визжишь, а? Откуда вот такие мутанты взялись? Словно из Чернобыля. А, подожди, какой Чернобыль? К черту, это же этот. Ледниковый период там, до нашей эры. Это тогда, когда еще людей даже не существовало. Понятно, что они такие здоровые. Ты, кстати, знал, что стрекоза до существования человека была размером, ну, почти как человек. Были довольно огромные и были хищниками. А знаешь из-за чего? Потому что в то время планета была насыщена огромным количеством кислорода. А для насекомых кислород — это источник роста. Ты меня, наверное, сейчас спросишь, блин, ну почему же стрекозы сейчас такие маленькие? А все просто, потому что сейчас кислорода намного меньше содержится в нашей атмосфере, чем было раньше. Поэтому насекомые стали меньше. Вот такие дела. Чё? Assassin's Creed, да, врубаем? Но полезли по стеночке. Скалолазание мое, все. Нифига себе. А я умею летать? Нет, я не умею, я же не белка-летун. Ладно, давай попробуем. Опа, нифига себе. Да даже не каждый Assassin's Creed так может. Давай, спрыгивай, белочка, ну давай, прыгай. Вот так. Когда уже начнутся головоломки? Я уже устал бегать и пулять камнями по этим здоровым жукам. Один готов. Экшн, экшн. На, получай. Ай-яй-яй-яй-яй, другой защитник прибежал. Черт подери. Вот так вот он всем. Кия кунг-фу. Оу! Посмотри наверху, посмотри, какие там
Кто там? Это носороги идут? Ну, похожие на носорогов, но это не носороги, нифига. Сейчас так разберусь с этими чунгачкуками. Слушай, я чувствую, что я играю не в какую-то детскую игру, а в какую-то очень опасную. В какой-то жестокий экшен. Где я мочу насекомых. Насекомых-мутантов. Так, мы этих, короче, огромных жучар пропустим. Что-то мне они чертовски поднадоели. Просто на скорость бежим. Чекпоинт, отлично. Вон там вот я что-то видел, смотри. Что это? О, первая головоломка, отлично. Сейчас, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что, божья коровка, что ли, зеленая? О, кажется, это испортилось. Божьи коровки обычно красненькие или желтенькие. Так, чекпоинт мы уже зачекпоинтили. Давай посмотрим, что нужно здесь сделать. Я вижу какие-то иероглифы. И они как-то связаны с дверью. Чтобы открыть эту дверь, да, на ней тоже эти иероглифы есть. Ну вот. Что ж, давай поломаем мозг. Наш маленький беличий мозг. Ладно, по всей видимости, нам нужно чуть-чуть подальше. О! Обалдеть. Я силой мысли ее, что ли, вытянул? А нет, она сама вытягивается. Я жду тебя! Высовывайся. Опа. Жалко, здесь нет двойного прыжка. Чтобы белка сальтуху мутила. Было бы вообще офигенно. Летающие платформы. Белка, ты точно в каменном веке находишься? Мне кажется, ты попала в будущее. Хотя неудивительно, белка вечно попадает в какие-то неприятности. Да что ж такое, давай запрыгивай, купец, вот так вот, хорошо. Прыгаю! Успел, ха-ха-ха, успел. Сейчас по стеночкам. Блин, но меня, конечно, волнует та дверь. Надеюсь, мы идем правильно. И вернемся к той двери, которую нужно открыть. Я некоторые моменты буду перематывать, обрезать. Потому что, ну... Будет скучноватенько тебе наблюдать, как я тут тупо бегаю. А так все динамично, быстро будет проходить с нашим монтажиком. Чудо-монтажиком. Эй! Есть. Опа! Опа! На скорости просто. Здесь еще одна дверь. Что ж такое-то? Зацепиться. Прыжок между стенками. Ну да, точно. Двойную сальтуху я не умею делать. Но вот приемами ниндзя я обладаю. Вот такими вот. Хоп! Давай. Зубами за стенки цепляясь. Так, подожди. О май гарабл, что с тобой, белочка? Тише. Белочка. Пуинг. Ну и звуки. Опять ты здесь, отстань. Как мне? А, я знаю, как туда добраться, я знаю. Отстаньте от меня. Слушай. А может быть, надо было камушками пострелять в те иероглифы? И тогда бы все открылось у меня. Черт, давай я сейчас вернусь. Я забыл совсем про камни. Вот так вот. Давай я сейчас вернусь, проверю эту теорию. Это, конечно, не точно, но надо проверить все равно. О, смотри! По возвращении назад, кого я тут встретил. Ну ладно, сейчас не до них. Нам нужно разобраться с той... Давай, белочка, запрыгивай. Есть. Нам нужно разобраться с той дверью. Сейчас попробуем запульнуть туда. Вон она, эта дверь. Че, давай попробуем пульнуть, значит, камушком. Да, точно надо было пульнуть. Хорошо, что я вернулся. Вот я тупиц. Ну ладно, чё, белки, простительно. Вау. Чё это такое, давай возьмем. Ёшки-матрёшки, какую-то деталюшечку собрал. Все, возвращаемся обратно. Давай-ка перемоточку включим. Все, мы вернулись опять на это место. Что же нас здесь ждет? Ого, опасны какие овраги. Чик. Все, чекпоинт. Туда можно залезть? Нет, туда нельзя. Но нос я туда свой сунуть могу. Нос у меня длинный. Пойдем попробуем раскопать, что здесь. Ну-ка. Давай, белка, копай. Что ты там нашла? Покажите нам. А, что-то я не могу раскопать-то это. Белка плачет. Мои лапочки не справляются с таким куском земли. Фиг с ним. Вон там, вон что-то вижу, смотри. Ты тоже это видишь? Есть какой-то проходик. Сюда нужно что-то вставить. Подожди, или можно туда что-нибудь кинуть? Нет, кинуть навряд ли получится. Ну все понятно, сюда нужно поставить хрустальный орех. Вон оно как откапывается. Надо, короче, постоянно... Что-то я конкретно в землю укопался. Короче, надо нажимать на кнопку как можно быстрее, тогда я копаю. Есть, я нашел еще один осколок. Я-то думал, здесь орех спрятан, а это был осколок. Еще раз сюда подойти.
Нет, ничего здесь. Ничего. Ладно, полезли наверх. Я думаю, что-нибудь там, может, найдем. Это что за фигня? Вы опасный, типки? Да, опасный. Давай их камнями закидаем. А кто это вообще такие? Помер. А, они тоже камнями, смотри, кидаются. Он камень берет и кидает в меня. Ха, промазал. Получай. Блин, писали бы, как их хоть называют. А то фиг пойми, с кем дерешься. Там жуки, здесь непонятны какие-то инопланетные животные. Они, конечно, похожи на сурикатов, как из мультика, но те были потолще и как-то на морду выглядели они по-другому. Головоломка еще одна. Шикарно. У нас здесь... Ай, не всех прикончил. Черт подери, вас двое. Все, теперь нет никого. Слава богу. Это, по-моему, еще не все. Да хватит переворачиваться. Теперь все, я надеюсь. Значит, смотри. Нарисован металлический орех. Он вот здесь стоит. Я могу как-то поднять? Да, кажется, могу. Вот так вот я спер металлический орех. Подожди, а может быть я его могу туда вставить? Я его могу же? А, ну я обратно уже не поднимусь, мне кажется, да? Да, я здесь не поднимусь. Ладно, давай поставим его сюда. Вот так. И чего? Понятно, нужно два таких найти. И только тогда эти врата откроются. Смотрим в оба глаза. И в один нос, в котором две ноздри. Нюхаем, смотрим. Ищем. По-любому где-то здесь спрятан еще один металлический орех, который... Да, вон он. Это просто. Это очень просто. Сейчас как уоткню. Ух ты! Это что, горочка, что ли, здесь сейчас будет, да? Покатушечки, все дела? Здесь нет тайничков? Не, вроде бы нет. Ну ладно, чё? А катиться мы будем, видимо, на хвосте или на пятой точке, да? Ладно, погнали. Вау, нифига себе! Чёрт, надо все кристаллики собирать. Обалдеть, у меня там сейчас второе отверстие появится на пятой точке. Капец, это же жестко. Ты бы хоть хвост, белка, подстелил себе под пятую точку. Не так больно было бы. Чё это у нас здесь? Огромные кувшины? Вау. Вау. А здесь, походу, босс будет, что ли, или что? Прям вот такая территория специально для босса. Ага, конечно, отодвинул ты. Ща прибежит какой-нибудь кабан и разобьет эту стенку. Оу, это было больно. Бедняжечка. Мне вечно его так жалко. Че вы ржете, помогли бы. Сейчас я вам как запульну. На тебе. Ну вот, я так и думал. Что сейчас эти кабаны прибегут. Давай, беги в стеночку. Опа! По красоте сделал вообще. Ну что ты прыгаешь, брыкуешься, а? Может ему в жбан кинуть? Не, так просто не получится. Надо от него убегать. Тарепапам, парепапам. Ты что, за мной бежишь? Кабан. Ну чё? А, он сейчас побежит. Блин, не в ту сторону ты побежишь. Не в ту. Еще разок. Давай, еще разок взбесись. Давай. Беги на меня. Давай, пупсин. Ну же. Оп. Убегаем. Ай-яй-яй-яй-яй. Я просто тогда про кувырок забыл. Сейчас попробуем еще разок. Давай, беги. Прям в стеночку. Оп. Успел. Один готов. Давай, второй спрыгивай. Сейчас я тебе покажу, где Кузькина мать, ваша рогатая. Че, все, готов? Ага, он готов. Ты че тут деревце нюхаешь? Ну, нюхай. Эй, здоровяк, а ну давай. Пролони мне здесь проход. Да хватит уже прыгать, кабан. Разбудишь всех. Черт. Сделай мне подарок на день рождения. О, да.
Спасибо вам, товарищи дубины. Я-то проворнее буду. Ну ладно, хоть не втоптали в эту стенку. Ух. Битва с боссом прошла удачно. Точнее, с боссами. Их было двое. Последняя карта в этом приключении. Что ж, давай посмотрим, чего здесь, как здесь. Залезем в кустики. Нет ли здесь в кустах? В кустах что-то есть. Вон там, внизу вижу. Как мне это разбить? О! Вот это я понимаю. Ладно, поехали на лифте покатаемся. Так. Это куда нас... О! О! Здесь у нас металлические орехи. Сейчас возьмем. Сейчас. Коробочку разобьем. Уже загадочки немножечко потяжелее. Не так все рядышком лежит. Один предмет находится в одной стороне, другой в другом. Вот сюда их нужно воткнуть. А, их всего три будет, значит. Ладно, давай воткнем. Теперь пойдем в эту сторону. Вот он. Выставляем. И последний вон там он лежит. Я его прям вижу уже отсюда. Это мы забираем, это наше. Сейчас мы последний болт этот вкрутим. Дверца откроется, и что-то там нас будет ждать невероятное. Ого. Ого. Оу! Опасно. Ой-о! О май гарбл! Фига себе. Чекпоинт, слава богу. Ты видишь, да? По-моему, там летают летучие мыши. Ладно, пойдем на разборки. Сейчас посмотрим на этих мышек. А, это... Это те самые комары, это не летучие мыши. Ну вот. Вон те надо штуки разбить. Контейнеры, как я их называю. Шикарно. Бежим! Ай, ёкарный! Неожиданно. Не думал, что здесь горочка будет. Смотри, гейзеры. Ну-ка. Ха-ха! Фига себе, белка, ты даешь. Она, по-моему, свою пятую точку использует как инструмент. О-о-о! Головоломочки. Как я, по-моему, скучал. Так. Я вон там вижу какую-то щель. Там ящички. Там проходик какой-то, но мне кажется, что это не совсем проходик. Ладно, пойдем. Пойдем решать головоломки. Скорее! Я по ним прям скучал. Значит, камушек не работает? Ага. Что-то другое надо. А что другое? Подожди, а может быть здесь другие знаки? А, по очереди, наверное, их надо, да? Значит, первый знак вот этот. Есть. Потом идет тот нижний. Значит, надо его. Да, вот теперь работает, все. Да, педрил. Оказывается, все надо было по очереди делать. И этот. Ого, какая глубокая пещера. Ай-та-та, фрагментищи. Ладно, что, поехали наверх. Там вон гейзер вижу. Сейчас мы опять полетим при помощи нашей пятой точки. Поехали! Горочка. Сейчас, сейчас, сейчас покатимся. Надо проверить здесь, нет ли тут ничего. А здесь нет, кроме одного ящика. Ну что, понеслась? С горочки да с ветерком. Блин, 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 кристаллы. Давайте кристальчики. Да, косю. О, ё-моё. Я думал, не перепрыгну. Думал, плохо разогнался. Но, слава богу, смогли. Оцелили. Очково было. Белка, ты как? Вроде жива. И слава богу. На тебе по голове. Кия кунг-фу. Бесячий упоротый сурикаты. Опа! Ой, несколько гейзеров прям. Фига себе, меня перекинуло. Обалдеть. Что мы здесь имеем? Тупик. Куча кристаллов и подъем наверх. Ладно, полезли. Что нам еще остается-то? Ого. Что нас здесь ждет наверху? Неужели мы нашли этот хрустальный орех? Давай, белка, давай, давай, давай. Есть.
Наконец-то! Мы нашли его. Что-то не так. Тупица. Вот всегда так. Длинный путь вниз. Нам теперь нужно поймать его в воздухе. Ну вот, теперь мы точно белка, Литон. Орешек, я к тебе лечу. Господи, смотри, как у меня развивается язык. И хвост, в принципе, тоже. А, это, короче, кольца с кристаллами, я понял. Лучше бы... Ё-моё, что это было? Фига себе, у меня хрустальный орех-то мощный. Сейчас мы тебя поймаем. Ага, что ж бы там? Не поймаем, мы его так просто... Ай, блин, зубами что-то там где-то зацепил. Да что ж такое-то? Жизик-то уже маловато остается. Все, мы почти приземлились, почти. Уже слышу этот звук падающего объекта. А где орех? Я орех потерял. А, вот он. Давай, цепляй, цепляй, красавец. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, это чисто тема белки. Просрать орех и попасть в какую-нибудь неприятную ситуевину. О, сразу в храм залетели, смотри как. Воин прибыл и притащил с собой сокровища. И что сейчас будет? Мы открыли какую-то чудо-штуку? Новую способность? Там что-то нарисовано? А, это, видимо, все, что мы проходили. Мы бились с боссами, мы падали с высоты. И какой-то прыжок. Убер-крутой прыжок на самом верху. Белка, давай, расшифровывай, ты же умный у нас. Ну чё, всё? Куда это меня забрали, телепорт? Итак, первый кристальный орех у тебя. Очень впечатляет. Честно говоря, я не думала, что ты вернешься и даже не поранишься. Как я и обещала, за свои труды ты получишь награду. Какую же? Я дарую тебе силу двойного прыжка. Да ладно, я же о нем недавно только говорил. Аллилуйя. Теперь ты можешь подпрыгнуть во второй раз, находясь в воздухе. Здорово. У-у-у. Короче, каждый орех нам дает какую-то способность. Этот орех дал нам способность двойного прыжка. Ну, точнее, нас наградила хранительница этого храма. Ё-моё. Как нам этого не хватало. Ну вот теперь с этим двойным прыжком, если я буду заново проходить ту локацию, которую мы пробежали, я смогу собрать все фрагменты. Ух ты. Все фрагменты надписи или что там надо было. И статуэтки. Ой, да. Что здесь? Мы отправляемся в новую локацию. Угу. Ну, в нее мы отправимся в следующий раз. Если тебе понравилась эта игруха, то с тебя лайкос, комментос и, конечно, подписочка. Ой, блин. Зря я сюда подошел. А на этом все. Пока.